Поздравить ребят с Днем Знаний прилетел глава региона Вениамин Кондратьев, отметил, сегодня стране как никогда нужна думающая молодежь. Вы еще счастливы, потому что вы свой талант можете раскрыть, вы можете раскрыться. И очень важно, что, будучи талантливыми, у вас есть все возможности в жизни стать успешными. А ваш успех – это успех России. Это успех будет всей нашей страны. Наша страна богата не только нефтью, газом, она очень богата интеллектом. И вы тому подтверждение. Мы живем в этом мире, мире научно-технического прогресса. Он очень активен. И очень важно, чтобы мы, я уже сказал, от него не отстали. Потому что сегодня нам нужны эти новые технологии. И сегодня мы покупаем эти технологии, отчасти определенные во всем мире. Но очень бы хотелось, чтобы завтра, благодаря вам, мы их не покупали, а создавали. С праздником, с 1 сентября. Спасибо. Участники смены, в свою очередь, поздравили главу региона. Накануне Вениамин Кондратьев отмечал свой день рождения. В подарок – лукошка клубники и музыкальные номера. Еще одна дата, которая приходится на 1 сентября – год работы центра. За это время в нем побывало более 7 тысяч одаренных ребят со всех концов страны. Благодаря президенту, а это его проекты, надо признать, сегодня талантливая молодежь, талантливые дети всей нашей страны могут стать успешными. Современные технологии, они очень быстро развиваются, и надо за ними успеть. Здесь собираются звезды, звездочки. Ну и самое главное, что они в Сочи, потом уедут домой, будут рассказывать о Сочи, обязательно будут стараться вернуться в Сочи. Для того, чтобы развиваться дальше, наверное, вам нужны не те советы, вот судя по тому, что вам говорили предыдущие смены, вы и сами друг другу прекрасно советуете. И самый главный совет – не терять здесь время, потому что время будет не хватать. И самое главное – уехать отсюда с теми целями, которые вам помогут сформулировать лучшие педагоги страны, ведущие ученые и все те неравнодушные люди, которые вложили уже очень много своего времени, сил и таланта в те программы, которые мы для вас объявляем. Начался учебный год в Сириусе с урока «Русский язык в современной России». Провела его доктор филологических наук, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. За академический час поговорили о важности русского языка и о том, как сохранить его культуру.